Информационное агентство «Взгляд.Инфо» инициирует широкую общественную дискуссию о состоянии новой Саратовской набережной. Провалы уже видны из космоса, и наконец-то губернатор Валерий Радаев обратил внимание на эту проблему. Сейчас на нашем сайте проводится голосование. Кто должен понести ответственность за нынешнее состояние нового объекта? Среди вариантов ответов: правительство Саратовской области, ЗАО «Саратовгестрой» как генеральный подрядчик и коррумпированные силовики, которые на протяжении длительного времени закрывали глаза на финансовые нарушения. 2 сентября в Кировском районном суде начнется рассмотрение по существу уголовного дела Александра Суркова. На процессе выступят топ-менеджеры предприятия-подрядчика. От их показаний будет зависеть судьба не только отдельного чиновника, который находится под следствием, но и понимание того, что послужило причиной грубого, безраздельного воровства бюджетных средств, предназначенных на строительство новой набережной. С размышлениями на эту тему можно ознакомиться в материале «Цепь оправдывает средства», который вышел на сайте нашего агентства.